снимать вот так, вот, снимать, можно переходить где-то. Пусть они будут стоять. Thank you.
Вроде серьезно. Где-то там, может, где-то здесь, но не хочет мне работу пройти. Thank you.
remember law enforcement, the seventh field, silent, covered sky. Не пройдешь, сейчас вот пойдешь, чтобы он тебе запястки. Арно. Интересно. Ты знаешь, вот это всегда меня преследовало всю жизнь, с пеленок. В первом классе я сделал картину Васнецова «Три богатыря» на большом формате. Принес в класс, приколали к доске. Вот смотрите, я все это он сделал. Добрала эту работу, говорит, это на выставку. Больше я ее не видел. А у матушки висит. В шестом классе я сделал портрет Пушкина маслом. Написал по Тропинину. К юбилею Пушкина. Вот, получил я первое место, приз. Портрет долго не хотели отдавать, так он и висел в учительской. А я потом говорю, Клавдия Ивановна, а когда же тут присел? И где-то через месяц мне дали книжечку Пушкина «Маленькие трагедии». Ну, вот, портрет я забрал, сейчас он у матери находится, висит, потрескался здесь такой немножко, старину стал. Шишкина, дубовая ручка, метровая работа, Семирадского. Отдых в раз тоже. Никто, Аленушка. Ну, шестой класс я делал. Это еще был так давно.
вам салат удать сейчас. Борис Борисович, интервью. Но не сразу. Про костер рассказывай. Делал где-то какой-то год, я не помню. Вот можно было продвинуться. Я не знаю зачем. И кому это нужно? Кто послал их на смерть? Не дрожащей рукой. То есть опускали их вечи рукой. Равнодушные зрители молча кутали шубы и губы и швырнули по домам под шумок толковать и бездарной стране доступны. Я не знаю зачем. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Thank you.